Детское радио представляет. Спортивная программа. Всем физкульт-привет! С вами спортивный комментатор детского радио Захар. И у меня сразу вопрос. Мчусь, как ветер, на коньках вдоль лесной опушки. Рукавица на руках, шапка на макушке. Раз, два, вот и поскользнулся. Раз и два, чуть не кувыркнулся, захрустел. Закрякал лед, ветер дует, полный ход. Раз, два, по скользкой дорожке. Раз и два, веселые ножки. Нет, Зинаида Михайловна, это я не о том, как непросто дойти от вашего дома до метро. Это стихи спортивные. А написал их поэт Саша Черный. Было это давно, но уже тогда все любили кататься. Ну, Зинаида Михайловна, правильно, на коньках. Мы люди такие, нам всегда надо быстрее, выше и сильнее. Вот и с коньками так. На них теперь катаются не как ветер, а еще быстрее. А чтобы веселее было, катаются с горки. И называется это Ice Cross Downhill. Перевожу. Ice – это, правильно, лед, Варя. Cross – это кросс, а downhill – это скоростной спуск. Ох уж этот английский язык. Все слова вроде понятные, а вот стоит их соединить, получается... Верно, скоростной спуск на коньках. А откуда взялись коньки? Не спрашивайте, английский он такой. Тут надо думать, а вернее догадываться. Как соревнуются? А вот так. Гонщики, их еще называют райдеры, на коньках несутся с горы по специальной трассе с извилистыми поворотами и трамплинами. Несутся, это я еще мягко выразился, разгоняются до 80 км в час, быстрее, чем машина в городе ездит. Скоростной спуск на коньках придумали два друга, Штефан Ауфшнайтер и Сигурд Майхе из Австрии. Первый раз они съехали с горки на коньках лет 20 назад. И это всем сразу понравилось. И самим райдерам, и их друзьям-спортсменам, и, естественно, зрителям. Ice Cross Downhill стал популярным, и сейчас его даже хотят включить в олимпийскую программу. Что нужно, чтобы устроить соревнование по скоростному спуску на коньках? Зима и, конечно, горка! Чтобы спортсмены не вылетали с трассы на резких поворотах, ставят специальные бортики. Ну и получается такой ледяной коридор. В каждом заезде по нему бегут на перегонки 4 райдера. Как они помещаются на узкой дорожке? Ха-ха, Сережа, с огромным трудом! Мы ведем наш репортаж с горы. Итак, выстрел стартового пистолета. Райдеры бегут плечом к плечу, проходят первый поворот, врезаются друг в друга, падают. Райдер под номером 4 поднимается первым и тут же вырывается вперед. Прямо настоящий Ванька-встанька. Ваня, давай! Соперники не дремлют. Номер 3 нагоняет. Трамплин, прыжок. Опасно! И снова все падают, встают. Гонка продолжается. Вот такие страсти кипят на соревнованиях, как только лед не тает. Что, Олечка? Что такое трамплин? Но это такой небольшой подъем. Гонщики подлетают на нем, а некоторые еще и трюки успевают сделать. Например, в полете красиво схватить себя за конек. Смелые ребята, но не глупые. Надевают, естественно, на себя защиту. Экипировка райдера похожа на хоккейную. Ну, разве что клюшки нет. На голове шлем, на ногах и на руках щитки. Защита должна быть надежной, но легкой. Если на тебе броня, как на рыцаре, далеко не убежишь. Ну, вернее, не уедешь. Ice Cross Downhill – спорт не только зрелищный, но и очень понятный. Кто победил, ясно даже малышу. Кто первый добрался до подножия горы, тот и победил. Гонка проходит в несколько заходов, как в «Царе горы». Из каждого в следующий тур проходят два райдера-победителя. В итоге остаются 4 финалиста. Вот они-то и борются за призовые места. Чаще всего они достаются канадцам и американцам. Но ничего, мы их еще догоним и, как говорится, перегоним. У нас зима длинная и горок много. Тренироваться есть где. Да и летом можно без дела не сидеть, а гонять на роликах.
Стать райдером не так-то просто. Нужно уметь хорошо кататься на коньках. Так что в этом виде спорта немало хоккеистов и фигуристок. Конечно, Саша, и девочки с горы катаются тоже. Кто им помешает-то? Конечно, никто. Но прежде чем встать на коньки и спуститься с горы, надо укрепить мышцы. Где? Ну как где? В физкультурно-оздоровительных комплексах, что строит по всей нашей стране компания «Газпром». Приходи, тренируйся, а там и с горы на коньках можно. С вами был спортивный комментатор детского радио Захар. Всем оле-оле! Спортивная программа.